Минздрав одобрил произведенную в Беларуси вакцину «Спутник Ви». Такое решение принято по результатам всех необходимых проверок и испытаний. Планируется, что объем выпускаемого в нашей стране препарата составит до 500 тысяч доз ежемесячно. Это позволит существенно увеличить доступность вакцинации белорусским гражданам. Нацбанк повышает ставку рефинансирования. С 21 апреля она составит 8,5%. В регуляторе отметили, что на это решение повлияли ускорившиеся инфляционные процессы, которые обусловлены возросшими логистическими затратами и перебоями в поставках вследствие пандемии. Стало известно количество мест в белорусских вузах на 2021. Так, в этом году на высшее образование могут претендовать 54 тысячи первокурсников. Колледжи зачислят более 39 тысяч абитуриентов. Увеличен набор на технические, химико-биологические, медицинские и айтишные специальности. Чуть меньше примут экономические, юридические и гуманитарные направления. В Беларуси начал действовать запрет на ловлю судака. Это необходимо, чтобы сохранить его популяцию. Если рыба случайно попалась на удочку, ее нужно отпустить. Иначе нарушителя накажут крупным штрафом. Ограничения будут действовать до конца мая. В стране стартовал молодежный проект «Я, мы помним». Он приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Акция будет включать в себя и челлендж в социальных сетях. Например, в Инстаграм и ТикТок, а также аудиоподкасты, которые позже будут рекомендоваться для использования Министерством образования в школах и других учебных заведениях.